Так, ребят, всех приветствую. Сейчас находимся в горах. Вот. Я буду в очках, хорошо, потому что здесь солнце слепит вообще. У нас вон эпопея вся идет. Разбираем две Николы. И сейчас попробую вам рассказать по поводу слаботочки. Вот, то есть, помните, там выпуск я говорил, что она заглючила. Вот я ее купил в магазине, ну, в Экодрифте я ее купил, модуль слаботочки. И поскольку у меня Никола-то сгорела, я ей не могу вам, ну, показать, то есть, как я ее заменил и так далее. Хотя я обещал. О, газельки. Но у Олежки, который в Сочи, я вот сейчас в Сочи нахожусь, да, приехал, у него как раз то же самое штуковина произошла. Залипло, короче, этот. Моргать начала, то есть фара не работает, то есть все, залипло, короче. Вот, Николка. И уже сколько, Олежка, сколько у тебя по времени дней уже такая эпопея? Все, три? В общем, три дня. Вот, пока еще не отлипло, нифига, мы вчера разбирали. Я сейчас буду вставочки вставлять, это произошло вчера. Все. Суть в чем, модуль слаботочки я взял с собой сюда, в Сочи. Вот. Как раз хотел его продать. Думаю, мало ли, кому-то нужно будет пригодиться, в общем, вот. Но пригодился Олежке. Мы вчера разобрали его Николу, поменяли модуль, и нифига не помогло. То есть вообще ничего не помогло. Вот. И сейчас у нас остается... Виталий, какая у нас... Ой, Илюх. Илюх, сорян. Что у нас остается? Задача какая? То есть сейчас с твоей Николой мы будем снимать, пробовать? Хотелось бы, да не выбивается, к сожалению, ось. Нужен молоток, походу. Ну, вообще суть. Вот представляешь, давай, вообще, мы выйдем, да, например. Да, вообще, да, надо заменить, поставить его, получается, нерабочий контроллер, то есть не контроллер, а слаботочку. Вот слаботочку. Слаботочку, да. Тебе. Поставить мне, да, и тем самым понять, с ней все в порядке. Если с ней все в порядке, значит уже контроллер. Да, и получается тогда то, что мой модуль, он не исправен. Нет, твой модуль, получается, тоже рабочий. А, тоже рабочий. Ну да, получается, скорее всего, рабочий. А ты не взял сейчас? Нет. Так или иначе, он должен быть рабочий. Такой. Если он не рабочий, вот да, можно было бы проверить. Если, получается, его модуль не работает у меня, то тогда и твой модуль будет не рабочий. Ну да, да, да. То есть вот... В общем, нам сегодня Илюк помогает, он специалист в этом. Ну, более-менее, по крайней мере, гайки крутит. Это мы все, юные подаваны, только раздавать умеем, короче. Провода вставляют, гайки крутят. Ну вот не надо. Вчера накрутили, все сделали, обратно поставили. И получилось так, что... Замигали цифры, хотя... Да, кстати, то есть мы собрали все, на вольтметре показывает 3,8, одна цифра перекрыта у нас, перекрыта, да, просто перекрыта, и с учем, и, ну, моргать начало, то есть не знаю, почему так кулибины собрали обратно. Не, сначала моргало, даже на видео там вот будет два видео вставлены, да, одно видео, там прям видно, что моргает сначала подсветка, ну, грубо, вот диодка, которая вот стандартно начинает моргать красным. Проходит время, мы туда уже за это время не залезали. То есть проходит просто какое-то время, и там уже все по-другому. Да, в общем, вот такая история. Ребят, дальше я продолжу. То есть когда мы окончательно сейчас, если у нас получится все сделать, мы поменяем, местами перекинем, и уже будет видно. То есть проблема в модуле, либо нужен просто контроллер менять. Если контроллер менять, это другие деньги совершенно. Пацаны, покупайте Никол. Да. В общем, у нас все получилось отлично. Все вскрыли. Педали сняли. Сейчас будет понятно, почему, кстати. Да, кстати, моргает. А, кстати, вот проводом мы были закрыты, поэтому часть цифры не видно. Как он? А здесь на этим? А вопрос в другом. Почему моргал он? Вопрос вот в этой херне, весь вопрос вот здесь. Ай, слаботочка. В общем, вот этот модуль, ребят. Вот это модуль слаботочки, вот он. Мы его меняли, перекидывали, и ничего не помогло. Сейчас будем с другой Николы перекидывать сюда, подключать, и точно уже убедимся. Кстати, вот Олежкин, кстати, у него тоже гидры нету. Вот представляете теперь, если бы здесь была гидра, все вот это было залито компаундом, сколько бы это геморрой доставило менять. Согласен? Согласен.
Согласен. А Олежкин, кстати, катается, ну, катался, сейчас погода хорошая, раньше он в дождь катался постоянно, там даже по половину, да, ты заезжал? По педали полностью. Вот. И все вроде нормально, все живо, хорошо. Батка, кстати, по поводу батарей, мы посмотрели, у него нормальная батарея, то есть не как у меня, то есть ему повезло. А мне не повезло, не фартануло. Надо было позже покупать, в 2022 году. Да, но ты брал недавно. В мае. В мае брал. Да. Год, да? Получается почти. Не, полгода. Полгода, да. Что, подкинули Олегу слаботочку моему колесу. Вот. Мою слаботочку оставили. Угу. Там она под пакетом. Как изоляция. Ну, включаем, короче, да, истина? Да. Сейчас мы подкидываем. Так, а вы не подключили? Да, да. Собственно, сейчас все будет уже ясно. Переживаешь? Нет. Вообще? Нет. Красавчик. Так, что, так же могу включить? Да. Давай. Чик, забегал. И фара работает. Все работает? Да. То есть, получается, у меня бракованный? Нет, у тебя нормальный. А чего? У него не работает. То есть, у него не работает рабочая слаботочка. Понимаешь? У него его слаботочка, она тоже работает. Да, то есть проблема в другом? Да, да. Такая. В контроллере получается или в чем? Получается. Проблема в колесе. Так, ребят, в общем, вот. Ну, надо дальше уже рыться. Поэтому не только проблема в самой слаботочке, бывает еще контроллер слаботочки. И здесь мы выяснили, что здесь хер знает в чем. Надо дальше смотреть, копаться. Так что, если есть, кстати, какие-то идеи у вас, ребят, то напишите реально в комментариях. Сюда не зря, пацаны. Так, ребят, в итоге мы уже в другой геолокации, вот видите, в горах. Да, все отлично. И у нас здесь заработало все, отлипло, короче, Никола сама по себе. Все заработало, но не работает фара у нас. И пробовали включать через приложение, через все, она не работает. Скорее всего, просто перегорела. Ну, по крайней мере, мы так думаем. Да? Я думаю, да. Да. Сейчас красную сделаю подсветку. Ну, а давай выключи, попробуй выключить. Опять в режим в этот пойдет. В общем, что можно сказать, на самом деле, по поводу вот этой всей истории со слаботочкой. Я думаю, это так. Все само должно проходить, и все само должно отлипать. Ну, либо реально там дальше, если кто-то попадает, то он контроллер. Но вот, как видите, мы не попали на контроллер. Все отлично, сама отлипла. На третий день, да? Третий, да. На третий день. И проехали мы сегодня, ну, километров 30, наверное. Вот все заработало. В общем, вот так вот. На этом, я думаю, ребят, все. С этой проблемой, как бы с этой историей, всей слаботочкой мы, наверное, ставим точку, потому что дальше уже нет смысла копаться, проверять, разбираться. Я думаю, Олежка на этом успокоится и с фарой просто поменяет там, может быть. И все, да? Замерзший? Поменяю фару и все. Все, в общем. Все, всем спасибо за просмотр, ребят. Бай.